pajares, atacar, guarbeti pajares. Harš, si balti y guarš. Ma, ul, udams, winja, waija, waika. Hawaija, salwa, atacar, palhur, winja, laja, daus. Приветствую на просмотре очередной серии нашей игры Far Cry Primal. Прошлая серия, к сожалению, у нас оказалась провальной по звуку. Да, проблема в том, что я не мог переписать эту серию, запись видео, потому что игра сохраняется автоматически, и просто продолжение, чтобы переиграть это место вот именно с этими мамонтами, в роли которых я выступал, я должен был в итоге сыграть игру сначала, но мне это, естественно, делать неохота, потому что я уже какой-то процент игры достаточно, больше 10% на это прошел, так что не обессудьте, будем продолжать то, что имеем. Так, что у меня есть из дополнительных? Я так и не попробовал использовать пчелу, чтобы она кидала пчелиный улей. Вот это вот интересно мне попробовать. Да, несмотря на то, что я как бы довольно много прошел там. То есть я прошел полностью мамонта. В том плане, что я играл в роли мамонта, убивал своих врагов, кровожадных носорогов. Потом убивал целую кучу удом врагов, потом вселялся в удом, уничтожая этих же самых удом, так что это было все просто великолепно. Так, деревня Такара, вот она такая, пока маленькая, количество жителей пока не увеличилось, так и осталось 16, по той причине, потому что, ну, в общем-то, мы выполняли довольно такой квест интересный, но по опыту он единственное, что мог сделать, это действительно принести опыт. Я в конце прошлой серии рассчитывал, что сегодня мы пойдем спасать новых жителей, искать. И я думаю, что это будет неплохим делом. Хотя бы для начала прогуляемся здесь, а потом, может быть, впоследствии еще и по захватам аванпостцы, чтобы как бы моя территория, территория моей деревни была более безопасной. Тут медведь ходит, но мы мишек не боимся, сами знаете. Давайте попробуем сейчас повыполнять вот эти квесты, освобождение и помощь этим самым Виджа, для того, чтобы увеличить количество населения, которое нам надо, 40 человек минимум, чтобы улучшить вот этих вот моих новых обитателей. В прошлой серии мы никого нового не призвали, то есть все те же люди у нас тут, все те же главные герои. Вот, а я сегодня просто буду. О, они еще раз говорят. Здорово, Виджа. Винджа. Буду просто увеличивать эту деревню. Надеюсь, это все будет более культурно оформлено. О, малыш. Ладно, пошли. Сейчас появится мой волк. Наверное. Как я только выйду из моего этого. Кстати, я же могу выбрать другого, нет? А, нет, я приручается. У меня только прирученный получается волк и все. Но я могу кошачек приручить, вот это было бы круто, да? Вот даже того же ягуара или лучше всего, конечно же, льва пещерная. Кстати, тут есть еще сиблезубые тигры, они еще более опасны, оказывается. Кровавый клык, ух ты, ледоволк. Это самое, наверное, страшное. Звери, которые я мог, да, вот скорость, сытность, скрытность. Кстати, а вот мой фолк, он довольно сильный, в общем-то, ну, посилен чуть-чуть хуже, чем можно себе представить, да. Вот если бы я простого волка приручил, они бы были более слабые. А вот, вот, может быть, лучше было бы полосатого волка приручить. Вот это было бы еще более круто. Ну ладно, пойдем по нашей. Так. Я появился, а моего волка нету. Так, ну давайте тогда его приручим, вызовем. Я забыл, как его вызывать опять.
Да не сову, не сову, не сову, не сову, ребят. Блин. Опять путаюсь. Так, то ли Alt. Черт, почему я так забываю все время настройки? Непонятно. Так, настройка управления. Так, 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 там меню зверя, это понятно. Мне нужно призвать зверя. Движение, атака. Призвать зверя, Alt. Все-таки правильно, Alt. А что я, почему не призываю его? Странно. Я же могу его призвать, можно. О. А, во-во-во, чуть-чуть ближе надо было подойти. А там что такое вот? Вот это мне интересно. Какая-то то ли палка, или это камыш так отмечается. Ну-ка, пойдем. А! Прыжки, более-менее. Да, это похоже камыш. Интересно. Тростник. Даже не камыш. Обычный тростник. Ничего такого. Ну, а, он отмечается на карте. Раньше-то он не отмечался, типа, на карте. Типа на карте не отмечался, сейчас типа отмечается. Если сделаем ближе, то, наверное, уже будет видно растение. Нет, растений, к сожалению, почему-то не видно на общей карте, только на мини-карте, которая, в принципе, очень сильно помогает. Она была бы в другом месте, и мне кажется, было бы лучше немножко. О, пошли вот этот сорвем, может, что-нибудь интересное будет. Так, где у нас лук? Мимо. Во, точно. Мешочек. Мешочек. Ага, палка. Мне палки не нужны. О, а тут тростника довольно много. Или это не только тростник? Скорее всего, это просто тростник. Ладно. Синие растения мне нужны, нет? Да, смотри-ка, можно. Но по существу... Я даже не знаю, что ими делать. На самом деле, надо сейчас посмотреть. Что я могу с помощью синих растений делать. По-моему, ничего еще пока не умею. Вон там идет этот зеленый наш. Так, тут пока ничего тут нового нету. Угу. Так, 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 так. Лук. Надо стрел побольше приготовить, чтобы запас был. Мало ли кто будет нападать в ближайшем будущем. Тут у нас кошечка тогда, помнится, мне напала, меня убила. Это было очень давно. Но, тем не менее, неприятно. Так, вспомним, где, куда идти. А, идем по... Можно пройти вот по этой, по... водяной дороге. Кстати, тут врагов не должно быть так много. Так что я думаю, что будет достаточно безопасно здесь. Не, смотри-ка. Говорит, кого-то, кому-то надо призвать его. Я не вижу никого вражеского, который бы мог напасть вдруг внезапно. Я звуки зверей не знаю. Если бы знал, кто это орёт? Скорее всего, это... Олени, точно, это олени. Мне бы, блин, мне нужно убить оленей. Оленей, убей! Мне нужно шкуры оленя. В ближайшем будущем будет нужно. Очень сильно нужно будет. А это кто? Это же наш, да? Это наши ходят. Да, это наши ребята ходят. Явно захватили территорию. Молодец! Я хочу собрать шкуру. Мне эта шкура нужна. Так. Оленья шкура. О, там видж... Там эти... Что ты хочешь тоже получить? Получи. Завалил? Молодец, дружище. На, кушай. А то тебя немножко они покалечили, падлы. Так, а что я могу это... обыскать же еще, да? Кстати, а я собрал с оленем? Что-то не это. Ну, должен был собрать.
Да. Собрал, собрал. Оно же это. На карте отмечается, что я собрал, на самом деле. Так, это какие-то ромашки. Одуванчики. Все, убили. Ай! Черт. А, туда. Ну ладно, пойдем. Пойдем достанем. Мне что, впадло, что ли? Олени шкуры мне всегда. Выгодно взять. Так, предмет невозможно взять, для него нет места. Черт, я взял все, заполнил полностью. Так, зеленый листочек. По-моему, тоже, может быть, у меня есть место для зеленых листочков. А может быть и нету, нету. Ладно, бог с ними. Вы тоже будете обыскивать? О, тут тоже птица Феникс. А ты чё это? Ты чё тут стоишь? Я тебя разве... О, ребятки ходят наши. Смотри, а тут они вообще обосновались уже более-менее. Так что это довольно неплохо. Так, до туда нам осталось дойти буквально 400 шагов, да, получается? Вон еще один олень. Так, ну-ка, подожди. Из листиков я могу приготовить... Нет, нет, могу. Ускоритель. Ускоритель, да, могу из синих листиков приготовить ускоритель, но кое-что еще не могу. Так, вот эти вот оленьи шкуры, места у меня, наверное, нету, что ли, или что? Подожди, где у меня это? Мешочек. Мой мешочек. Оленьи шкуры. Нет, есть. И даже для белого оленя редкого есть. Так что нормально все. Шкуру оленя собираем, и нам это будет в скором будущем понадобиться, потому что я знаю, что нужно будет прокачивать. Но опять же, надо сначала людей набрать достаточное количество. Он далеко пошел. Ладно, не ходи туда. Далеко. Нехрен там за ними бегать. Так, вот костер. Или что это? Где? Змея. Змея? А, вот она. Да что ты мне попадаешь мне? Убей ее. Я не могу ее убить. Мне жалко. Стремно. Эй! Убил! Убил. А, почему-то она это не собирается. Увы. Да, было бы приятно, если бы можно было собирать. Какая красная коралловая. О, это же... Ай! Это же удам. Целая куча их там. Пошли атаковать их. Как мы круто с тобой, а? А мы захватили это поселение или нет? Это не поселение, это, наверное, просто перевалочный пункт. А чё он это ранен так сильно? Волчок. Почему так сильно ранен? Дружище. Верный пес. Так. Смотрим, обыщем. Так, нету места. Ну ладно. Может быть, тут все-таки есть еще что-нибудь интересное у них? Кто там? Оказалось. Смотрите, сколько красивых. А, это надо поджигать. Все, понял. Секунду. Поджечь. Вот так вот. Сейчас сгорит, и нам достанется этот ресурс.
Интересно, он спрятал так. За хворостом. Что там было? Ольха, сланец. Так, тут мешочек еще лежит. А я могу его как-то просто сбить палкой? Нет, наверное, все-таки лучше стрелой. О, а что такое тогда? Что такое было? Хм, не совсем понятно. Так, я еще не всех обоскал, оказывается. У них там нечего ловить. Так, еще враги, похоже. Там слоны идут. Ну, в смысле, мамонты. А тут больше нечего ловить. Странное такое место. Как бы и захватить-то его нельзя никак. Просто перекресток вот сюда вот надо. Ага, нужно спасать Виджа. Пойдем. Пойдем спасать Виджа. Успеваем. Быстрей. А то придут сейчас эти... Удам. И уничтожат нас. Вон они. Не того бью. Собака, извини. О! Беги, друг. Идти на запад. Чё там? Блин, не успел сообразить. Надо было читать, а я, блин, вместо этого... О, видите, по одному человеку всего добавляется, но тем не менее... Тем не менее, все равно. Да я обыщу. Места нету. Там еще один, по-моему, был. Давайте продолжим наш путь насчет этого обыска и спасения других людей. Там закусились два человека. Так, по карте у нас вот тут вот следующий путь, пункт. Пойдем туда. А что там сопровождение? Проводить группу Виджи в безопасное место. Пойдем, делаем это. Пойдем спасать людей. Красные листики. Красные листики, я не знаю, нужны они мне, нет. Вон еще олени ходят. Слушайте, а где красный листик-то? Вот, где-то тут должен быть. Эй, я не вижу его. Вот он. Отлично. Пошли вперед. Там нас ждет приключение новое. Добьемся нашего результата сегодня. О, а тут сверху надо идти. Так, там нету никаких страшных животных. Тут только олени, похоже, да? За рекой. То есть нужно дойти до реки сначала, а потом, в общем-то, уже обнаружить. Можно идти, кстати, вот по этим вот следам, а потом дальше можно дойти будет и до... Уже до новых аванпостов и тому подобное. Я не хочу идти к тиграм, к львам пещерным. Так, пещера Шаю. Это что такое? Вот это вот надо тоже выполнить, этот квест. А потом мы уже пойдем... Да, кстати, вот эти вот квесты я взял у Сейлы и у воина Каруша. Для того, чтобы помочь им, нужно будет дойти до туда. Но они достаточно далеко. И первым делом, наверное, все-таки нужно будет им помочь, а потом уже идти дальше и искать новых поселенцев в будущем. Так, продолжаем свой путь. Белый олень! Черт. Есть, я завалил его. Так, белый олень. По-моему, это редкая шкура, да? Сейчас посмотрим, что засчитает. Шкура редкого оленя, да. Почему-то написано, что нет места. Для чего-то, видимо. Не для всего, а вот только для чего-то нет места.
Где-то удом ходит. Давай спускаемся тут. А, он там еще что-то, еще один труп я не приходовал. Он тоже будет его взять. Где-то вот тут, да. Вот, отлично. И там вниз один свалился, похоже. И он где-то там, 120 шагов. Волки. Ну, волки, они, наверное, для меня не будут нападать сейчас. По той причине, что со мной бегает мой волк. Так, пошли помогать. 100 метров осталось. И вечереет. Надо где-то у костра все-таки посидеть. Я думаю, ночь будет лучше всего. Посидеть. Я же собрался вести за собой группу. Здорово, ребят. Куда вас везти? Злое небо налить дождя в реку, ведь же тонуть. Ты помогать им идти до сухой земли. Это что значит? Добраться до группы Виджа и поговорить с ними. Пошли. Ты здесь остаешься, да? Сколько до них идти? 100 метров. Надо будет их как-то перевести куда-то, да? До сухой земли, получается. Ладно, сейчас посмотрим, как это будет. Я такие квесты еще не выполнял. Волки! Волки не будут на меня нападать. Если сильнее мой... Я вот так вот понял, что если со мной сильный мой напарник, то не будут нападать. Так, а вот тут что у нас? Костер? Тут, наверное, только наши есть. О, там пещера какая-то. Что за пещера? Ну-ка пошли дойдем, посмотрим. Шипучий грот. Местоположение обнаружено. Подожди, у меня где-то есть костер. Вау. А что тут есть? Грибочки. А, тут они жили, видимо, да? Угу, тут у них поселение своего рода, но я, похоже, ничего не могу взять здесь. Они отсюда уже все вынесли. Или ничего тут и не было. Никогда. Я могу поджечь вот это вот? Вот как она горит. Вот так. Незначительно. Да, они здесь жили, видимо. Нужно сейчас уходить отсюда. Так, а тут у нас... Грот-то грот, а там она глубоко, нет? Воу. Кости. Как бы ничего такого нету. Ничего такого не заметил. Вроде бы. Хорошо. Давай подожгем все-таки. Я думаю, так будет лучше ночью. В темноте лучше не ходить. Тем более я иду с группой. Ой, блин, ты меня напугал. Кто вас убил? С кем можно поговорить? Кто главный, эй? Сопроводи группу. Куда? Куда мы идем? Знаете, на что похоже? Вот как я в прошлой серии ходил с этими, со слонами. То есть со мной шла группа слонов, и слава богу, я всех довел до конца, но они могли умереть. Также могли умереть. Потому что на нас нападали. Боится. Они испугались. Круто. Идем дальше. Так, а что я могу сделать еще? Изготовить. Пошли дальше, ребятки. Будет, наверное, опасно. О, фиолетовый листок. Можно мне взять фиолетовый листок? Я боюсь, что я больше не смогу успеть его взять, если я сейчас не возьму. Отлично. Где они? Все нормально? На, кушай.
дружок. Там еще идут! Все живы! Так, я должен залечиться и поджечь. Блин, вы так быстро идете, я не успеваю обыскивать их. Ладно, пошли. Я не успеваю обыскивать этих тварей. Пошли, 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 ребят. Я вас веду. Где еще? Где они? Где еще? Поджигаем их всех! Бей его! Завалили всех! Отлично, ребят! Проходите сюда, эй! Блин, там костер! Они же сгорят нафиг! Не, смотри, соображают ребята! Блин, а как же затушить это все? Черт, проблема. Она пока не погаснет. Они не могут пройти. Вот в чем проблема, самое главное. Че, идем дальше? Раз нет возможности останавливаться, придется тогда идти дальше. Так, а где мы находимся вообще? Я нахожусь где-то недалеко от... бурого медведя, этого не хотелось как бы нарваться на них. Ое! Да! Отлично, нас уже 20. Круто! Теперь можно радоваться. 20 человек в нашем поселении. Так, я могу немножко их сейчас пообыскивать. Да? Хо-хо-хо, такие все радостные. Появилось в вашем тайнике один мешок с орудиями. Так, вот тут вот еще у нас кто-то есть. Может, какие-то интересные редкие ресурсы будут у них. Вот в чем самая фишка в этом всего. Так, и вон там еще один был. Или два. Тут их двое, похоже, лежит. Так, это я собрать не могу. О, ольха. О, это кто такой бегает? Волк? Похоже, да, пытался на меня напасть. Так, ну чё, смотрим дальше. Теперь у нас вот тут вот есть еще помощь освобождения. Давай, наверное, займемся вот этим делом. Тут волк. Я как раз на границе стою, и, наверное, можно аванпост следом. Ну, то есть вот эти вот два... захвачу и потом пойду захватывать аванпост, я думаю. Так, кстати, хотел проверить, что это. Сопровождение и помощь Винджа. Ну, давайте сначала еще раз. Так, все, по-моему, тут уже... Это у нас... Сланец. Это кто? На меня кто-то нападает? Кошачий, блин! Черт, это было бы неприятно. Кошачьи за мной бегают. Пантера. Давай-ка вот эту киску завалим. Одна из таких кисок меня опасно убила когда-то. Хотелось отомстить. Есть. Там целыми группами бегают, похоже. Так. Ладно, идем дальше. Освобождаем еще одного Виджа.
Это олени. Ну, у меня есть пока место для оленей. Так что охота продолжается. Довольно неплохо. Там вон крики такие. Ужасно, видимо, где-то недалеко. Так. Тут тоже был какой-то костер, тут тоже кто-то жил. Там дальше. Пойдем спасать его. Так, это что за растение? Какое-то редкое, похоже. Почему я его не могу собрать? Странно. Странно. Ладно, пойдем тогда дальше. Непонятно. Так. Сейчас я тебя натравлю на одного. А двух других я завалю. Так, вот один идет. Кстати, он вряд ли один. Попробуем увидеть его. Помощь, освобождение. И чё? Освобождение, ты чё? Удам напали. Так, ты убить их, и пока они есть, есть наших братьев. Куда? Туда? Я иду. Сейчас попробуем мы атаковать их всех. 4 человека. Спасите хотя бы 2 пленных. Где они? А где мне их искать? Ага, хочешь? Черт! Ай! У меня жизни осталось мало. Давай, спасаем их! Выстрел в голову. Там еще один, по-моему. Ах ты гад! Да, мы сделали это. Е-е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 
Есть еще живые? Что, только один? Нет. О, трое. Второй. Третий. А четвертый? Четвертый жив? Неужели они убили одного? Очень похоже на это. Может, еще один где-то? Нет? Такар молодец. Такар спасет всех. Так. Тебе надо накормить, наверное. Кушай, киса моя. Верная. Не совсем киса, но все равно. Так. Да, они одного убили. Женщина? Нет, парень. Они одного убили. Тем не менее, трое живы, это уже хорошо. Так, давайте обучим всех. Может быть, все-таки действительно на предмет очень важного мы сможем тут... Кстати, тут можно кое-что пособирать еще. Сейчас я это сделаю. Так, тут у нас... А, пещера, это как раз тут была, это самая пещера. Тростник. Отлично, вон там внизу, похоже, есть рука очередная, и, следовательно... Редкий тростник я получил. И, следовательно, туда надо заплывать сейчас будет. Так, а второй где? Вот он. Отлично, пошли. Пошли поплаваем.
Плавать, и слава богу, умею. Вроде бы. Так. А что, я не могу лечиться в воде? Нет, могу. Подожди, где-то не вижу. Вон она. Кажись. Отлично. Рука дальше. 255 опыта. Нормально. 5 штук мы нашли уже. Еще 3 для получить награду очередную. Так, там наверху, по-моему, было еще кое-что. А, тут еще есть. Там есть еще какой-то мешочек. Кстати, я его сначала не заметил. Давай, собирай, блин. А что он не собирает его? А, зеленый листок там написано, да? Понятно. Ладно, пошли тогда с этой стороны. Зайдем, там какая-то пещера, наверное, тоже... Что такое летает? Тоже, наверное, пещера, которая, в которой кто-то жил когда-то. То есть люди. Опять же, люди. Красный листок. Так. Где тут можно полетать? Нет, я не могу, кстати, что, почему-то ничего выбросить. Бросить бомбу. Может, у меня ее нету? Как бы была вроде бы. А, вон тут вот. А, посмотри, что у нас тут. А, еще одно сопровождение, понятно. Так, я хочу все-таки попробовать бросить куда-нибудь бомбу. Нет? Не могу. Не могу. А, так, может быть, ее для начала нужно тогда изготовить? Хотя она у меня готова. Почему-то не могу. Подожди, а в навыках, если посмотреть, я что-то забыл. В навыках могу я совой кидать. А, вот бомба. Вот она. Вот она, бомба. Ладно, 3 очка. У меня как раз 3 есть. Я думаю, что вот это будет лучше всего. Изучить, как раз кидать бомбы. Да. Давайте сейчас попробуем использовать бомбу. Тоже интересный навык будет. Для начала дойдем до туда. До того места и... Сейчас же не получится, блин. Сейчас же надо будет спасать людей. Ну ладно, тогда чуть попозже. Тогда сейчас просто дойдем до туда и посмотрим. Так, где я нахожусь? У воина племени. Убийство. Угу. Давайте спасем Винджа вот этих вот. Потом я хочу вот это вот сделать и в конце концов все-таки захватить здесь аванпост. Я не знаю, получится, нет. Но наша задача примерно сейчас такая. Кстати, я хотел зайти еще в эту пещеру, посмотреть, что там может быть. Ну да ладно. Интересно, далеко придется идти с ними? Если что, я подожгу вот эту штуку. Так, Виджа, нужна ваша помощь, чтобы добраться до священного места, где они поклоняются духам. Сопроводите их пункт назначения, защитите от опасности, спасите Виджа, придут жить в вашу деревню и увеличат ее население. Ты Такар, духа и Виджа звать тебя. Куда, где они живут? Лагерь Удам... У Святого Кольца, наши друзья, не молиться. Мы идти с ними. Иди сюда, собака. Почему она отстала от меня? Доберитесь за группой Винджа. Кроличьи холмы. Так, вот это место. И они поклоняются, да? Молодцы, ребята. С кем я могу поговорить из вас? Пошли. Куда идем? Показывай направление. Надо будет поджигать, я думаю. По этой дороге. Так, ну-ка давай посмотрим. Дорога ведет куда-то вот сюда. Блин, тут волки могут быть. А, вот сюда, на этот аванпост, скорее всего. Опять же, в то же место, в котором я, в которое я шел.
Завалили, собака моя. Кушай мясо. Я, наверное, сам поджег ее. Ну что, пошли дальше. Так, там горит. Че, вы боитесь огня? Как сами как животные боятся огня? Странно. Ну что, идем дальше-то, нет? А, я иду. А вы за мной, да? Почему-то не идут. Ребят, вы что стоите, ждете? Че тупите, а? Наверное, ждут, когда костер закончится. Я думаю. Но не уверен. Все? Пошли дальше. Кого вы там боитесь, ептить? Все, пошли дальше. Ну там по-любому с горы вон стоит слезут. Собака! Волк, молодец! Там еще мишка бегает, ёптить! Еще этого не хватало. Он будет нападать, нет, на нас? Они боятся его. Собака, помогай! Двоих вот завалил этот медведь поганый! Черт! Блин, поганый медведь завалил всех! Ну как не как назло он появился здесь, вообще не в тему. Эх! И чё, провал, да? Или чё, мне нужно добраться до туда опять? Заново. Грёбаные уроды, блин. Да, опять начинаем сначала. Из-за этого медведя, блин. Давай, я тебя опять. Пошли. Куда идем? По тропе? Идем по тропе, да? Понял. Сам свою собаку поджег и себя поджег. Кушай, кушай, дружок. Блин, и себя поджег, и собаку мою. Ну, точно знаю, что... Ай, ёлки! Ай! Ребята, стойте здесь. Подождите пока. Пока горит это все. Вся эта хрень. Очкует так. Так, все на месте? Черт, как специально, блин. Сейчас все это прогорит, и мы пойдем дальше. Умпашка. Все, пошли дальше, да? Я бы не хотел встречаться с этим медведем грёбаным. Где-то впереди. Да,
Дорога. Вон они идут. Там еще медведь, ёпты! А, черт! Завалили. Черт, одного он меня тоже завалил, падла. Эх, скотина, этот медведь. Ты что, своих жрешь? Хорош своих жрать. Пошли. Черт. Где они? Всех завалили. Собака, возьми. Тут их, похоже, много. Идем дальше. Ты не торопись сильно-то, дружок. Хотя, с другой стороны, может быть, лучше быстрее бежать. Где же эти? Удам. Я не вижу их. А, вон они. Пойдем спасать. О, какой он здоровый. Я забыл, что они тут здоровые есть. Это наши? Волк, живи. Фу. Мы, похоже, спаслись. И добрались, нет? Молодец. Мы добрались или нет? Население на 3 увеличилось, да. Добрались, отлично. Я спас еще 3 людей. Сегодня такая сложная задача у нас, как можно больше людей привести к аванпостам. Так, что у нас? Новый аванпост. Я хотел вот это вот, вот эту штуку завоевать и потом захватить аванпост. Я хотел, конечно, вот этот вот аванпост взять, но, наверное, кострище вот это лучше взять. Так, давайте тогда... Может, сначала, наоборот, кострище завоюем, чтобы было легче. А там дальше уже видно будет. Так, ребят, вы будете тут нормально, да, все? Классно у тебя. А чё они ревут? Так, я забываю про то, что есть такое, как такая возможность, как а я не могу эти стрелы собирать? Почему-то нет. Вы оплакиваете врагов? Или просто так? Так, тут ничего нету, там ничего нету. Так, я что-то не вижу нифига. Вроде бы трупы есть, но я не вижу, где они. О, наскальные рисунки еще дополнительно. Ко всему. Прикольно. Вы оплакаете своих врагов, скорее всего. Это же не враги, или враги? Нет, это враги. Вот это не враг. Это свой. А вот это враг. Да, они своих оплакивают, вот в чем дело. Да нормально все, ребят. Пойдем захватим еще один костер, для того, чтобы нам было легче. Так, где-то тут должен быть еще... Пакет рис... Кто там? Ай! Откуда он тут взялся? Обоих завалил? Одного? Все? Готово? Черт, откуда он тут взялся? Еще идут? Ну сейчас уже не страшно, сейчас они как бы уже не такие агрессивные будут, потому что у нас преимущество своих земель. Хотя... Не совсем свои, да? Ладно, пошли завоевывать эти земли, для того, чтобы это были наши земли, на самом деле.
А, тут шакал лежит. Так, а где же у нас... Вот прямо откуда-то оттуда вырвался один. Вот здесь вот у нас лежит прочная древесина. Мидии. Вкусняшки. Одним словом. А с этими трупами я не знаю, что делать. А, вот так вот обыскивать будем. Так, тут где-то еще один был. Я не вижу, где он. Наверху, наверное, лежит. Еще двое. А, это шакалы. Шакальчики. Дикая собака. Так, шкура дикой собаки. Ладно, пошли захватывать аванпост. Чтобы уже никто нас агрессивно не атаковал. Где-то тут должен быть мешочек. Он, наверное, внизу остался. Но тут у нас еще что-то. Угу. Тут у нас еще один удом. Прямо здесь. Благовоние и все дела. Красота. Так, 200 метров. Идем вперед. А, я же еще руку хотел собрать. Надо не забывать вот это дело. Если я буду собирать руки, все-таки это принесет дополнительную радость мне. А где она, кстати? Ты видел, где рука? Вот она лежит. Дальше. Так, еще две надо, получается. И я получу новую награду. Так, смотрим, что у нас в инвентаре. Зеленых листиков у меня достаточно, да. Очень много зеленых листиков. Ну, в общем-то, у меня всего полно. Что надо, то и есть. Синих листьев можно добавить. Так, а тут как бы... Ага, шкура оленя довольно много у меня набрано тоже. Класс, все, отлично. Хорошо. Вот серый камень, к сожалению, пока почему-то мало в количествах. Так, давай мы пойдем потихоньку туда. Там ведь могут быть враги. Так что давай будем двигаться все-таки медленно и аккуратно. Так, а что насчет зверей? Здесь только топиры. Топир, топир. Шкура топира, награда. Небольшое млекопитающее, которое показывается только по ночам. То есть днем его вообще не увидишь здесь. Хорошо. Там козлы бегают. Тут вообще, похоже, спокойно. Кроме этих шакальчиков никого нету. Вот тут еще костер есть, который я не захватил. Стоило бы, наверное. Давайте сначала аванпост все-таки захватим. Первым делом. А потом сходим вот этого... вот этот череп доделаем. Это будет победным нашим сегодняшним делом. Количество жителей. Кстати, можно же как-то посмотреть количество жителей, я забыл. Так, количество жителей. А, вот деревня. Вот. Сколько у меня жителей? Пока только 20, а мне нужно 40. Хм, не так-то просто их всех насобирать, да, на самом деле, этих людей. Видимо, придется не одну серию на это тратить. Ну, пойдем дальше, будем захватывать аванпосты. Мне бы хотелось все-таки захватить вот этот аванпост, потом... вот эти вот задания повыполнять. Я думаю, вот эти вот задания повыполняем. Вот это классно. Задание в пещере. Тоже интересно будет, наверное. Ну, посмотрим, может быть, выполним в следующей серии это. Все равно нужно потихоньку продвигаться вперед. Но я, в принципе, двигаюсь, довольно сильно двигаюсь, да. Если посмотреть карту, то очень скоро я уже найду и последних поселенцев. Вот этот вот. Большого Дарва. Джеймы. О, тут еще задание и мастера Вугу, и Джеймы. А больше никого нету. Почему так мало людей? По идее, это, по-моему, было больше их. Так, навык, давайте прокачаемся. Сразу же, раз есть возможность. Так. Вот эти вот как-то мне не особо охота пользоваться этими фигнюшками. А так, на самом деле, давайте тогда будем копить количество этих очков навыка для того, чтобы по 2 и по 3 убей
и обшай сразу можно, да? То есть это будет гораздо лучше. Снять шкуру один. Отлично. О, там какой-то зверь бежит по дороге. Самое главное, это не были бы какие-нибудь страшные, большие животные. Самое ужасное. Так, вот, тропинка. Тропинка, я уже на тропинке. Видно кого? Насколько этот костер опасен? Так, он слабый, да, или средний уже? Нет, низкий. Низкий. Может быть, никого даже и нету. Но, скорее всего, их там трое сидит. Предположительно. Давай дубинка лучше. Огреем их всех. Кстати, я же могу кинуть дубинку, нет? А в прошлой серии я, по-моему, кидал дубинки, когда играл за Удом. Вот когда не было видно. Так. Аванпост, аванпост там, но... Ревущее кострище ревущего водопада. Там зверь какой-то. Скорее всего, да. Похоже, тут никого нету. Там какой-то зверь был наверху, и он убивает. Враги есть. Еще один очко навыка получил. Класс. Все, я поджег. Класс. Кричащие ревущие кострища ревущих водопадов. 3.16 захватил, 400 очков опыта получил. Просто супер. Так, мне бы хотелось посмотреть, кто это, что это за животное было там наверху. Новый житель деревни, население 29. 29, это то есть, вот эти вот аванпосты захватываешь, и гораздо больше жителей добавляется, видимо. Так. Ага, тут надо вот эту. Подожди, а что тогда тут захватывать надо? А, аванпост. Именно аванпост надо захватить, чтобы разблокировать большее количество. Не кострища, а аванпост. И я как раз хочу сейчас идти вот сюда сначала. А потом, наверное, пойдем на аванпост. Но это уже, наверное, скорее всего, в следующей серии. По крайней мере, сейчас мы... мне хочется попробовать то, что я... Блин, как тут красиво, офигеть. Вон там кто? Давай-ка мы, знаешь, что сделаем? Проверим, кто это. Так, лететь медленно. Кто же там? Там наши, да? Нет? Так. Я не вижу, а как ниже это? Зрение охотника. Отсюда не видно нифига. Вот ниже. Нет, ниже почему-то я не могу. Почему так высоко летит, а? Нет, это похоже наши. А, я тут карту не могу смотреть. Значит, надо направлять непосредственно. Как тут много они кричат. Блин, слишком высоко, нифига я не вижу. Так, давайте тогда посмотрим. А, вот тут камень где-то лежит внизу. Вон там внизу лежит камень. А моя, мой филин может камни эти собирать, нет? Кстати, надо посмотреть по навыкам. Он же может научиться это сделать, да? Бомба, зрение охотника, восстановление, сова, атака. Нет, он только отмечать может, похоже. Ну, пока не совсем уверен. О, уже 2 очка у меня есть, так что можно сейчас что-нибудь прокачать. Снятие шкур. Снимая шкуры с большинства животных, вы будете получать дополнительно 2 единицы мяса. Это что такое? Вы автоматически забираете добычу во время совершения быстрого убийства. Это что? После атаки сове на восстановление дает 65 секунд. Так, ладно, вместо там какого-то количества. Ладно, обойдемся пока. Давайте тогда, ну, снятие шкур. Вот это вот пока прокачаем.
потихоньку будем прокачиваться, не будем торопиться с этим делом. Черт, как же вниз-то спуститься? Только с помощью... только с помощью крюка. Так, ну и... Жаль, что я не вижу, кто там. Так, а мне нужно... Секунду. Я хотел в ту сторону идти, да? Но где-то вот тут вот у нас аванпост, куда нам надо, да? Вон там. Давай я призову свою сову и как раз полетим туда. О, как раз то место. Посмотрим, что там. Я могу бросить бомбу, кстати, если будут враги. Я врагов не вижу. Может, дальше? Может, они... сколько шагов есть возможность... Блин, далеко. Далеко. Наверное, все-таки она не долетит. Да. Не долетит. Ладно, не долетит. Тогда пойдем поближе к этому месту. И уже отсюда будем смотреть. И попробуем закинуть бомбу, если там действительно враги. А может, надо дойти только до туда, и только тогда я получу... эту возможность. Руку, чтобы собрать руку, надо спуститься вниз. Ну, две, это не одна. Если бы одна была, тогда было бы проще. Так. Может, где-то отсюда, вот с вершины я смогу посмотреть. Вот, отсюда, 100 метров, да? Отсюда я могу. Класс. Да, вниз нужно лететь это на S. Я забыл, блин. На S и на V. Высота. Так, а давай попробуем закинуть просто бомбочку. Попробуем просто. Ну-ка. По-моему, я своего же это наказал, так сказать. Ладно. По-моему, я своего же наказал. Вот в чем косяк главный. В каком плане своего? В том плане, что этот человек даст, наверное, мне задание сейчас. Ух ты, я кого-то убил. Или это не я? Надеюсь, что это не я. Все-таки сделал. Там какой-то труп лежит, я смотрю. Топир. Похоже, это топир. Ох! Не, прикольно, они реализовали эту... нет, кабан. Реализовали эту игру вот в таком плане. Очень прикольно. Из Far Cry вот это мне как-то особенно нравится. Именно в виде древнего человечка. Еще один кабан. Да, скорее всего, он давать... задание будет давать человек. Да, точно, я его закидал бомбами. Так, кстати, у меня же это... бомбу же я могу сделать, да? Одну, пока одну. Так, убежище подугри. Подурги. Так, ну что ты скажешь мне? Говори. Близко отсюда удам ломать кости. Ты делать, чтобы они больше... Задание добавлено в меню карты. Так. Так, ну и что нужно делать-то? Я не понял. Подожди, на карте... Непонятно, что нужно делать. И главное, не написано само задание. Может быть, просто чуть-чуть нужно подождать, нет? Так, что там за твари бегают? Кошки? Чё? Прикольно. Волчара мой прикалывается. Бегает вокруг этого. Бешеный пес, как говорится. Что-то взял. Кожа редкого, редко-рыжего лося. Блин, я... Ты меня ведешь или зовешь куда-то? Я не совсем... Я вообще не понимаю. Не прочитал, блин, вовремя задание, так и не понял. Видимо, задания уже нету. Так, а вот это что? Мешок почти полон, так...
Так, а тут что у нас? Тут что-то есть. Пожечь дубинку? Нет, не буду. Ты что хочешь-то от меня, а? Так, ладно, пошли наверх тогда. О, тут тоже картинки. Вот ты запарил. Давай похаваем. Я тебя не понял, парень. Чё ты от меня... Чё ты от меня хочешь, эй? Блин, глупо было с моей стороны не проверить сразу. Ладно, пошли, короче, по своей инициативе куда-нибудь сходим. А может, выполнился это? Это кто там? А, это летает орел. Тут, похоже, и эти удомы бегают. Я вот так замечаю. Так, где-то тут труп лежит. Не совсем уверен, где. Но где-то здесь. Не вижу. А, вот он. Труп чего? Козел. У меня нету места. На него. Так. Тогда пошли дальше. Чё, раз уж тут тишина такая. Пойдем захватим аванпост, попробуем. Аванпост копала. Низкая сложность. Давайте попробуем все-таки. Напоследок сделаем эти и из это и закончим сегодняшнюю нашу серию. Не понял я, что он там хочет. Блин, надо было почитать это все. Я-то на самом деле увижу это только после того, как... После того, как серия... Кто там воюет? Будет закончена, когда мы будем смотреть премьеру, вот тогда я это все увижу. А сейчас пока придется... Показывать что-то, блин, непонятно. А, вон туда идти надо, да? Смотри, что там за место такое? Убейте захватчиков среди пленников. Вот что надо было сделать-то. Тьфу ты, а я-то думаю, что такое? Что за фигня? А вот и я! Третий, где третий? Третьего нету. Вот, наконец-то. По-моему, я сделал это. Фу. А я думаю, что за фигня. Они друг на друга похожи, так что просто кошмар. Но у жителей 30. Еще 10 человек нам надо. Но, к сожалению, я пока не могу. Вот эта отметка. Что показывает эта отметка, я не понимаю. Может, еще кого-то надо спасти? Если я не спасу, может провалиться задание в итоге. Ну-ка, пойдем, сходим наверх. Черт. Сланца, наверное, у меня нет места. Не знаю, это отметка какая-то непонятная. Может, поговорим опять с этим парнем? А где он? Он уже, наверное, остался где-то позади. Ладно, пофиг. Пойдем дальше. Если провалится задание, значит, просто надо было доглядывать. Я не доглядел. Вот и все. Так. Вот еще. Висит. С кем он там воюет? Убил, что ли, он его? А! Лечись! Виджи! Ой, Удам! Блин, я все время их называю как-то по другим, не своими именами. Зафигачили? Звук прям страшный.
слышали? Это что за хрень? А как туда добраться? Слышали? Вау, там еще похоже идут виджи. Нет, это шакалы, шакалы нас не пугают. Чё за звуки страшные? Блин, вечереет. Ну ладно, может быть даже лучше будет сейчас идти на аванпост именно ночью. Тут, кстати, водопад. Тоже не очень хорошее место. Вау. Высоко. Так, ладно, попробуем. Так. Найдите врагов, убейте их, обыскайте их трупы. Может быть, и надо было просто обыскать трупы этих врагов всех. А? Еще дополнительно. Кто там? Кто это? Да нет, вроде бы. Чё это за звуки такие, а? Тут какой-то должен быть проход. Почему я не могу? Там, наверное, что-то есть. Ладно, давайте не будем тупить и просто пойдем дальше. Так, где-то вот тут труп еще лежит один. Вот он. Угу, это не он. Это не тот труп. А где тот-то? Да и хрен с ним. Ладно, пошли. Аванпост новый захватим. Просто уже... Сколько можно бегать, если ни одного аванпоста я взять не могу? Главное... Задание не показывает. А киска тоже, кстати, боится, похоже. Моего волка. Предположительно, конечно, только. Так, вот тут по переходу пройдем. 200 метров. А там дальше наверх. Я не знаю. Наверх. С этой стороны я, наверное, не заберусь. Надо, наверное, с этой стороны обходить. Давай вот так пройдем. Идут эти животные. Целыми стаями. Так, а там кто? Там еще группа врагов. Пошли, захватываем их. Черт, у меня у самого жизни-то мало осталось. Он меня траванул, собака. А, падла. Где он? Я его не вижу, блин, он с той стороны стоит. Возьми его. Ах ты, скотина. Травит меня. Что у него было с собой такое? Кроме мяса ничего. Так, возьми мясо. Ты мне очень сильно помогаешь, дружище. Так, костер тут я захватил. Пойдем на аванпост. Самая сложная задача сейчас будет впереди у нас. Попробуем. Ты меня защищаешь, я знаю, от этих тварей страшных. Блин, и этот горит.
потушить-то можно как-то? Вот так вот. Я слышу группу Удам. метров. Интересно, там их много, нет, будет? А, кстати, четвертый этот забирать. Уровень жизни. А как это сделать? Ну-ка, подожди. Давай по навыкам посмотрим. Четвертый уровень. Вот. Мне надо 2 очка навыков, у меня будет 4 ячейки здоровья. Да, я думаю, было бы неплохо. А у меня сейчас 0 навыков. Я сейчас захвачу, и, наверное, будет намного лучше. Слышали? Там барабанят. Конкретно, там их, наверное, много. Ну, попытка не пытка, в принципе, попробуем сейчас. Смерть нам не грозит, сами понимаете. А, тут страшных животных, по-моему, нету. А территория, я думаю, будет довольно обширно открыта. Так, вон те. Тех мы проходим. Нормально все. Я думаю, они нас не заметят. На самом деле. Так. Аванпосты. Аванпосты, охраняемые лагеря, принадлежащие враждебным племенам. Захватите все аванпосты, чтобы сделать Урус безопасным для Винджа. Захваченные аванпосты являются точками быстрого перемещения в меню карты и открывают доступ к тайнику. Также после захвата вырастет население вашей деревни. Когда вы захватите аванпост, ресурсы противника будут отправлены на в ваш тайник. Вы можете использовать их для улучшения хижины. Вот такие вот аванпосты надо захватывать почаще. Почаще аванпосты захватывать надо. Там группа животных бегает. Сейчас сверху нападем, я думаю. Я не знаю, насколько высоко я буду. О, вон там. Я вижу просто. Кострище. Интересно, сколько их там. Надо, наверное, все-таки поджигать сразу. Так. Знаете, что сделаем? Я думаю, хорошая идея. Вон аванпост. Сейчас кидаем туда. Вон туда вон кидаем бомбу. Сразу кидаем бомбу. Так, кидаем буква Е. Сколько их тут? Я, кстати, могу заметить сразу, сколько их тут. А я же могу сразу это, похоже. Черт, у меня нету этой бомбы. Черт, бомбы нету. Проблема. Я увидел, где они находятся. Бомбу я могу сделать. Утреет, стало светло. Не очень приятно, но, тем не менее, мы сейчас сможем разобраться с ними, со всеми. Так, вон аванпост. Сколько их там? Вон еще один. Много их там, нет? Вот они там просто убивают. Не туда кинул. Черт, врезался. Так, давай еще одну тогда сделаем. Просто интересно попробовать атаковать хорошенько. Так, еще один. Кидать немножко дальше. Не забываем про это. Вот, атакует. Прикольно. Это таким образом он атакует? Офигенно. Через 75 секунд. Круто. Вообще офигенно. Это вот за счет того, что... Так, я по крайней мере вижу, где они. Сколько их там? По крайней мере вижу я 2, да? Неужели их так мало? На аванпосту. Ну, если посмотреть, аванпост довольно низкая, да? Сложность, поэтому, наверное, 3 их было всего. Не больше, скорее всего. А нет, там вон 4. Я вижу их. Так.
Атакуй. А я пойду напрямую. Есть! Захерачил одного. Сколько их там? Он залазит, залазит, залазит сюда. А он по низу проходит, да? А как дальше-то он пройдет? Завалили. Там еще двое. Он прямо здесь поднялся, похоже. Так, там где-то еще двое, да? Он заметил меня. Так, еще минус один. Последний остался. Ты не боишься меня, э? Эй, черт! Я свалился откуда-то. Ладно, хоть не до самого низа упал. Не попадая. Он прощами кидает. Блин, мимо. Упасть не могу. Что, хочешь со мной сразиться? Ни хрена ему в пах прямо. Да! Вот это была победа. Не такая страшная, но прикольно. У меня может мой филин, аванпост захвачен, первым копало. 500 опыта я получил. Мой филин может сейчас захватывать, то есть бить в течение 75 секунд, через 75 секунд. Кто там такой бегает? 35 населения, нужно еще один... А... Да кто там такой? Где он? Где он? Где-то он там... Сходит с ума. Внутри, что ли? Непонятно. Так, смотрим, что у нас тут есть. А, вот он где. Голый. Совсем голый лежит. Так. О, там пещера есть, прикинь. Давай сходим на пещеру, посмотрим, что там есть интересно. Мне еще нужно 5 человек для полного моего удовлетворения. Тут, кстати, тоже... А, это 2 входа в одну пещеру. Вот аванпост. И вот тут у нас есть тайничок наш. Смотрим, что у нас там есть. Так, у нас все это заполнено. Угу. Пчелиные. Угу. Мешочки могу пчелиные взять. Хорошо. Надо будет обязательно попробовать. А это что за мешочек? Глиняный горшок. Так, ладно. Бог с ним. Тут, по-моему, все у нас заполнено уже. Так, мясо. Можно мясо взять. А есть редкие ресурсы здесь прямо? Нет? Они, наверное, тут не водятся. Их нужно собирать именно. Да. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас тут еще есть. 6. Предмет невозможно взять, но у него и нет места. Угу. Отлично. Так, вот такая вот пещера здесь у нас. И территория наша немножко расширилась, стала гораздо более интересной и привлекательной. Я думаю, можно будет в следующей серии сходить именно здесь, захватить вот этот. Ну, средний аванпост довольно сложно будет, блин. А можно вот этот захватить сначала и пойти выполнять эти задания. Ну, это мы увидим еще. В общем-то, я думаю, будет интересного много в следующих сериях. А сейчас, я думаю, нам... Так, а тут у нас что?
сланец и больше ни хрена. Рука. А уши здесь есть? О, дальше еще какая-то пещера. Фига. Тут целый проход. Офигенно. Куда это я вышел? Вау. Я вышел вот в какую-то пещеру сюда. Здесь, в принципе, территории все известны. Вот только неизвестных территорий несколько осталось. Мы их обязательно разгадаем в будущем. Вот тут довольно такая тоже хорошая местность. Такие деревья огромные. Офигенно. Ладно, давайте встретимся уже в следующей серии в этой игре через неделю. Я думаю, будет самым тем, самое главное, что это видео было у нас все-таки уже со звуком. И в следующий раз я просто постараюсь не забывать об этом, что когда обновляется драйвер, что нужно пересматривать свои настройки разных программ, даже того же Бандикама, потому что микрофон был просто отключен. Я обновлял все драйвера, да, не только видеокарты, там аудиокарты, все эти драйвера решил обновить, и получилось так, в общем-то. Таким вот образом. Кстати, а вот тут вот что-нибудь. Они ревут над своими. Точно, по-любому. О, какое у них тут поселение офигенное. До новых встреч, увидимся в новых сериях. Пока, ребятки. Пока.